Че там пытаешься? Это аппарат зрения проверять. Сколько пальцев показываю? Почти ничего не вижу. По-моему, ты мне хорошо уже показываешь. Что-то непонятное какая-то. Фигня. Короче, это больничка, походу, вау. Борный спирт. Непонятно, что на снимках. Че, там нету ничего? Ладно, пойдем на второй этаж. Пойдем сразу выше или нет? Ну, пошли повыше, да. На первом была больничка, посмотрим, что было на других этажах. Ай, блин, ступеньки какие-то... Очень неудобные. Да, они какие-то, ну, маленькие. Ну, для меня вообще... Такое. Можем даже, в принципе, не заходить в каждой комнате. У кого-то кабинет большой начальник. О, Менделеева. Может, тут опыт ставили на переключенный? Киргей Питтус, это школьная какая-то, да. Мальмайч. Тоже. Ты в гимназиум или школа, что ли? Солдаты без оружия. Владимир Дягилев. Знаю я другого Дягилева. А? Владимир Дягилев. Да где? Ага. Ну, по сути, это КТСК. Даже в то время, в те времена уже была китайская. Че ты, как ты себя чувствуешь директором? Почти. Креслице бы почистить, и я готов здесь принимать своих пациентов, клиентов. Бесплатный интернет. Фирмы уже которой нету. Старман. Посуды, короче. Всякая шляпа. Йокибана. О, слышишь, тут энергетическая ценность свиньи. А, это школьная библиотека. Так я говорю, школа здесь была, походу. Потому что он валяется всякие. Плакаты всякая. Чепуха. Это надоел по свиньи своей. Да, это... Для самообороны смесить. Так а в чем мы? Было благословение получили. Охранник. И это здание мы как... А, мы поначалу прошли и дальше мы пошли. Да. А зря. Мы в школу не попали. Класс. Блин, ну и такая вот. С виду вроде бы как бы по типу обычная школа, а дальше лезть. Лестница. Не курить. Все тоже класс. Большой какой-то был. Да, достаточно большой. Откуда потом платформу пройти? Это все типичные. Да. Тут какого хабара даже уже нет.
Ну такое как бы. Так а что ты хотел за столько лет все растащили? Все ценное, неценное. О, карта. Смотри, здесь походу какой-то фонтан был. А? Фонтан даже когда-то был. Прикинь. Фонтанчик с дельфином? Да. Помнишь мотивчик песен? Мы правда не в Оренбурге. Дело в том, что есть в Оренбурге фонтанчик с дельфином. Ты можешь показать рукой и спеть. В Эстонии есть фонтанчик с дельфином. У меня певец, слышишь, еще что можешь сыграть. Вот, и замиксовал. На жестком диске. Да, записал на жесткий диск, потому что здесь в Эстонии фонтанчик все в черном дельфином. Я все, мы тут уже смотрели. Давай, пока вырублю. Да, давай. Блин, тут везде таблички не курить, слышь. Это что, это кто? О, Лидия Кодила, на сотке была. А? Я тут еще вон смотрел, короче. Какой сохранчик, как это не раздолбали, интересно. Как это я пропустил в прошлый раз? Э? Калли Поэ. Ну, удивительно, как не раздолбали. Да, слышишь, если бы малолетки куда-то залезли, то потом как бы уже ничего целого не было. О, целый класс, почти. Целый, парта по кругу. К доске. Слышь, для меня специально, даже для маленького человечка. Да, да. Табуреточка, чтобы повыше писать. Если выступать, то с табуреточкой. Вещать? Да. Как тогда мы прошли какие-то здания с маской стороной. Подожди, давай. Ох, как мрачно. Тьма. А? Да, это мы на карту попали. Сейчас. Вот. Так. Там еще столько снесено. А? Ну, самое удивительное, не знаю, в каком году уже современные толчки стоят. Ага. А что, шканарей нету? Вот я и хочу найти хотя бы одну шканарей, чтобы рассказать, как это. Ну, тут матрас, кстати, просто. Вот уже. Кстати, надо глянуть, где он тут вообще. Может, какая-нибудь, знаешь, 69-я. А, тут проходная даже какая-то, слышишь, непонятно. Туда дверь какая-то. Да. Раз почему? Блин, все гнилое, короче. О, да, нам надо будет в ту сторону и оттуда попадем в прогулочный. Что, котельная или бойлерная? Это самое, как по мне, так самое мрачноватое здание.
по орешкам видно. Три семерочки. Подожди, дай. А что, типа, здесь... Нет, должны быть шконки, кровать. Кто-то может быть в курсе. Что тут такая заваленная лежка? Может, я неправильно говорю. Это какие-то большие камеры, кстати, слышишь? Это тоже, конечно, часть где-то какого. А? Церковная, да, в основном литература. Желание веков. В основном, да, как церковная литература. А? Пойдем. Ну такое, ну здание это большое вообще. Ну да. Да прикинь, сколько тут человек сидел? Еще сюда ходил, а нам надо будет потом еще туда идти. Тоже какие-то тапки, что ли? Больше на тюремную так камеру. Вот здесь уже, да, вот именно вот здесь, да. Какие-то решетки просто с арматурой сварены. Прикинь, какого еще арматуры? 32-я, по-моему. Да. Ну, может, меня поправят. Это уже чуть туда хата. А что это вот это было? Вот такой вот целый длинный коридор. Что здесь было? Кто знает, напишите. Ну, на 69-й тоже не очень похоже. Что за 69? Ну, по 69-й забивают. Что за статья? 69-й? Ты когда один сидишь? О! О, вот ты. Смотри. О, еще даже с телеком. Вот такая типичная камера. Ну так это что, ну, вообще... Ну, это тебя... не карцер уже, да? А? Это уже не карцер, да? Не, слышь, в карцере. Слышь, это уже такая просто, знаешь, хата... Нормально. Ну, типа, в помощь тем, кто хочет сдать на гражданство. В этом здании такой еще, знаешь, хороший сохран, именно, чтобы показать. О! И камеры были. Хавчик на такой телеге возили. Ну да, уже так культурненько. Да. Прикинь, вообще какой-то полотно сидел, одно место. Хотя, не знаю, насколько... РНП минома. Типа не нажимай, что мое. На. Че? Сфоткаешь. Вижу. Волочку в темницу. Че, скажи что-нибудь. Че сказать, слышь, я себя... Тебя там не видно. Такие, знаешь, с
смешанные чувства, так сказать. О, а это все дешево? Да. Такие они просто, блин. Прикинь. Слышишь, ну ты на батарее не видел просто душ. Я видел, не помню уже. Я же был там еще, не подлазили когда. Ну там он вообще был такой. Много-много лет назад. Зеленый. Да, когда это еще было государственная собственность, мы лазили просто, видосы снимали тогда. А, это? Как оно называлось? О, да. И че? Просто такие. Такое чувство, как будто в зоопарке, слышишь? Да, заросло. Помню, на пятерке как было, и как здесь. Здесь вообще просто такое антиквариат. Блин, тут вообще жесть, конечно. Хотя я на пятерке не был, но... Не, ну боксики ты же сами видел на пятерке. Ну да. Вообще непонятно, как это оборудование, да, не хочет открутить. Э? Что-то открывало, закрывало. Да, но не хочется чего-то. Да. Прикинь, какое здесь железо использовали. Да. Ну как хочешь. Ну, можно? Да тут и. Ну так-то. Ну я не знаю, видно, не видно, короче. Ну. Все в 32-й арматуре, короче, там. Давай шутить, покажем вам. Просто зоопарк. Ну вот так. Блин, да что-то вляпался. Прогулка была 1 час в день. То есть не тогда, когда ты сам захотел, пошел гулять по расписанию. И уж милиционер там поверху периодически гулял, смотрел, чего тут творить. Да. Специально все с такой арматурой, чтобы никто ничего никому не передавал. Нычечки были. Да, возможно, да. Они все типичные, значит. М? Они все типичные, не очень. Да. Давай, может, денежек чей-нибудь это самое? Че? Загашничек. Они все типичные. Ладно, руку грубай, пойдем дальше. Что... Будешь кросс за жопу ставить, Володька? Или жопу за кросс? Будешь? Вот, смотри, карцер. Вот это уже карцер. Ну да. Вот, вот. На ночь шконку опускали. А утром поднимали. То есть матрас сдавался тоже только на ночь. А днем тусуйся вот так вот целый день ходить туда-сюда. Да. Ну, здесь вот уже даже в карцерах огородили этой ДСП и сортиры современные стоят. Я такого уже не достал.
Будет голова. Блин, это вообще зашквар, слышишь? Да, просто вон параш. Мне кажется, это какой-то типа стакан. Вряд ли это так было, слышишь? Ну, слышишь, она прикинь. Прикинь. Так а как туда тогда хорошо? Такой зашквар просто. Как бы вообще. Может там этих воров в законе ломали? Ну, пищевая. Скорее всего. Или матрас тут что-нибудь какая-нибудь. Тоже непонятное. Зденец. Нет, ничего. Ты, Игорь, меня напугал, сзади подкрал. Ну, тут что-то... Тоже рабочий. О! Знакомый товарищ мне тут на рабочке работал, педали делал. Ну, о, колодок сколько. Даже на детские, смотри, ножки. Не, я знаю, что те, кто обувь делал, как бы, ну, вообще хорошо зарабатывали в цирк. Как их, сапожники. Ну, кругами ходим. Я знаю. Там нечего делать, там надо отсюда выходить. Когда мы напалим на рабочую, совсем, которая была, значит, большая рабочая. Ну, пошли тогда. Да. Ну, судя по обстановке, здесь как бы уже начинают все сносить, сравнивать с землей. Поэтому еще не так много времени, скорее всего, осталось, чтобы сюда посетить, посмотреть, пофотографировать. Для кого-то может даже поностальгировать. Поэтому, кто может... Кто хочет, может прийти посмотреть. Все, уже ну, каток закатывает просто. Да. Эта история, знаешь, уже осталась в прошлом. Поэтому рано или поздно что-нибудь здесь допостроят. Какой-нибудь, может, даже элитный поселок. Потому что территория-то огромная. Ну, блин, не... я бы какую-нибудь базу отдыха бы здесь сделал. Как бы карьер, да, что. Слушай, на карьере-то уже как бы там поставить такие, знаешь... Сделали место, где можно купаться и так далее. Не знаю, мы постараемся себе туда попасть. Получится или нет, не обещаю. Мы сейчас ходим на работу. Да. Так что, ну, территория-то не особо заброшенная. Ну да. Как бы... Можно встретить. Чоп. Чоп, чоп, чоп. Пока есть, чтобы посмотреть, показать, посмотрим. Погнали. Погнали.
не ошибаюсь, отсюда проход на рабочую зону. Вот ёлку кто-то притащил. А это что у нас? Или ты не знаешь, что это за здание? По-моему, это рабочее. Я не буду утверждать точно, но сейчас подойдём. Что-то как-то не похоже. Это рабочее. О, ничего себе. А, ну да. Какой цех просто. Такое-то внимание. А что здесь делали? Кто знает, пишите. По вот этим, знаешь, всяким остаткам, судя по всему, скорее всего, мебель. Ну, не факт, что только мебель. Ну, Тельфер даже, да. Блин, чисто просто огромная территория. О, я знаю, что это. Ну, вряд ли это здесь сделали, но... Хотя... Да ладно. Чё? Мне уже батарея садится, надо пауэрбанк подключать. Молодец. Надо было заряжать. В принципе, осталось только пока. Ух. Свое козырное место было. Ну да. Ну ничего себе, тут такая комнатушечка. Опа. Деревянные поделки делали, что-то непонятно. Полотер, смотри, совсем новый, стопудово не зашкваренный. А что ты? Не пережил? Не возьмешь швабру в руки? Если подсядем, скажешь, я диггер, я для сталкера, я для контента. О, да ладно. Блин, конечно, смотри, румба, лейк. Сигареты уже такие не выпускают. Чисто были эстонские сигареты. Потом их... По-моему, продали шведам табачно-эстонскую фабрику, и потом они канули в историю. Ну, в принципе, как и все это место. Что у нас не продали, лучше скажи? Лес, еще есть места. Ну, пока еще, не допродали просто. Ну, что-то свое-то должно быть. Просто такой рулон бумаги. Интересно, что здесь было, что здесь сделали вообще? Я думаю, мебель. Только на продажу или для продажи. Другая история. О, нифига, трафарет, не курить. Такие телефоны чешу. Старый факс. Это документация, короче. А.
Fujitsu Siemens. Календарь 2007 год. Это этот. Че, погнали тут. О! Штампик. А уже нет ничего. Планы какие-то. О, смотри, план. Стоматолог. Склады. Побольшие простые помещения просто. Че? Из таких вот бритв делали тату-машинки. Разбирали их и на тату-машинку использовали. Не. Ну, он их тут много. Я помню времена, как мы жили в стаканчике для того, чтобы был озон. Тоже какая-то раздевалка, не то, то лишь, непонятно. Банька? Да, чифербак. Ну, вот это уж большая баня. Да, чифербак использовал для крошки, то есть для пепельницы. Угу. А обматывали для того, что когда по утрам давали горячий чай, нереально было держать крошку, поэтому обматывали ручку. Я, кстати, сам так и не... Не то чтобы не научился, я сам не делал, не обматывал. Я просил, не обматывали. Ну, вообще даже дровишки сохранились. Такое вот все раздолбано. Развалено. Такая фигня всякая. Что-то барахло по мелочам. Что есть, то и показали. О, тут вообще все печально. Ой-ой-ой. Смотри. О, най. Нет, смотри какая. Блин, на видосе не видно, наверное. Как бы, ну, вживую, реально. Пол. Да, там уже все подгнило, короче. Не пойдем туда. Чтобы с них башка не прилетела. Правда, не помню, что здесь было. Ну, добрые люди подскажут. Ну да, у отряда нет смысла идти, отряды полностью сломаны. Не, ну может, это вообще здания нет? Здания есть, но внутри вообще ничего нет. Не, ну пробежаться так, по одному хотя бы. Я тут тоже, как бы, я скажу. Ну да, тут вообще все. Вынесено уже тоже все. Но, если кто-то был здесь, знает, что это, напишите в комментариях. Да, я думаю, что это не до конца. Да, уж все на металл поупиливать. Да. Тоже какие-то камеры, типа, или камеры? Даже вообще непонятно. Я думаю, может, больничка какая-нибудь, не? Надеюсь, комментарии. Вот так вот украшали еще всякими. И тут восседали на трону. Вася, ты чё?
Взял, закрыл меня. На свободу, с чистой совестью. Знаешь, какой-то дворик. Знаешь, прогулочные боксы, что ли, были? Ну, похоже, как бы, но в то же время, может быть, и было конкретно для этого здания, знаешь? Сейчас мне надо вспоминать, бараки, по-моему, там были. Ну вот, что, в принципе, бараки. Я, правда, не знаю, где здесь 5-й, 6-й, кто мне подскажет. Да, вот. Или их уже нету. Вот бараки, короче. То есть вот даже судя по вот этим уже. А, может, это 10. Судя по вот этой уже можно судить, что скоро будут все ломать. Ну да. Бараков, в принципе, нет вообще ничего. Сейчас зайдем покажем. Не, мне вот, блин, все хочу найти. Где же это 5-й, 6-й? Там, где еще было в этом, в сетчатом заборе сделана дырень. Ну, кто знает. Там, где делали теднички. Вот такие вот камеры были в бараках. Но, к сожалению, тут даже шконок не осталось, поэтому... Ну, их уже все, вычищают полностью. Можно представить себе, как это было. Я... Может быть, тут кто-то... Ну, хотя уже... Ну, нет, кто-то знает, где его камеры Может были. Может быть, кто-нибудь в комментариях напишет, сколько здесь человек было в хате. Я не помню, мне... Маска говорила, но я уже не помню. А, вон тут они. Это батареи даже сняли. Води, экап. А, это что, сколько должно быть в камере? Камера вот, смотри, 18-я. Ладно, лето. Бараки были вот такие вот двухэтажные. Все, смотрите, одинаковые. Ну да. Мне Маска рассказывал, в каких он камерах был, показывал. Но, к сожалению, сегодня его с нами нет. Будет ли он ночью вообще, тоже под вопрос. Появился и пропал. Не, я думаю, будет. Ну, вот так вот печально выглядит. Вид из окна. Он уже совершенно не напоминает тюрьму. Вот здесь он рассказывал, как бы вот, стояли эти как вот тренажеры, тут они занимались. Ну, сами ставили гири там все это. Ну и вот, короче, смотри, я не знаю, это последний забор или нет. Вот тот вот, который да, там. Да, по-моему, да. То есть первый, вернее. Да. Ну и мне, что мне, в общем, короче, слышишь? Знакомый мне говорит, ну ты, говорит, знаешь, эти резиновые такие мячики были советские? Да, черные. Черные, да. Он говорит, ну ты его, говорит, этажа до 7-го докинешь. Ты же, говорит, баскетболом занимался, знаешь, на такой хромой кобыле ко мне подъехал. Я говорю, ну да. Типа пеняли сделать? Да. Я когда сюда приехал, я обалдел. Он говорит, ну тебе надо, короче, чтобы на высоте сколько там, метров 10? Или сколько там, короче, чтобы это пролетело метров 30. Вернее, не метров 30, а 30 метров, прикинь. Ну и, короче, как ты думаешь, удачно? Нет, конечно. Не, ну может ты докидывать, то докинул, но я думаю, кто-нибудь тебя подждал, скорее всего. Слушай, ну когда мне предъявили... Сколько там было? Количество? Да, я согласился, потому что на особо тяжкую не тянуло. Ну и как бы, когда меня выдернули, отзвонился корешу. Говорит, братуха, я не знаю, что, короче, ну, я пока ничего не сказал. Я говорю, ну ты как-то решай этот вопрос. Мне как бы, ну, не, вообще жизнь другая, как бы не хочу я на кичман подсесть. Из-за тебя, короче, что ты меня так подставил. Он, не знаю, в общем, он порешал как-то вопрос, я делался условкой. Видать, скорее всего, заканчивается. Не, ну, меня-то слышно, ну, как бы, ну, как сказать, в те времена уже не прессовали. Ну, так, ну, такой, как сказать, психологический пресс, знаешь, давили, чё, кому, куда, где, как. Ну, я говорю, вообще ничего не знаю.
Что, у нас еще что-то есть? Я не помню, что мы там заняли, и все, в принципе. А, мы тут уже были. Ну все тогда? Да, вот там бараки, они однотипные, и как бы внутри все снесено, поэтому да? Нет смысла. Че? Че тогда? Подписывайтесь, смотрите, не знаю, может быть разыграем там что-нибудь среди тех, кто оставит свой комментарий. За лайки и комментарии, но да. За комментарии больше. Возможно, есть у меня там одно предположение, что мы можем разыграть. Не знаю, поделюсь позже. Давай уже, у меня батареи мало. Ну ты уже почти полпути прошел. Давай. А потом снизу меня снимешь.